Рост стоимости бензина на биржах может привести к его удорожанию на заправках не менее чем на 10% уже в ближайший месяц. Именно так считают в независимом топливном союзе. Только на прошлой неделе на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже котировки на топливо подскочили на 5%, а за месяц на все 20%. Не спасет ситуацию, считают в союзе, и соглашение правительства с нефтяными компаниями о заморозке цен до середины лета этого года. Та маржинальность, которая уже сегодня у нас есть на рынке, предполагает рост розничных цен у независимых АЗС. Но в силу того, что у нас нет возможности дотировать свой бизнес АЗС из каких-то других материнских компаний, да, то, чем пользуются активно нефтяные компании, соответственно, мы все-таки вынуждены выставлять, подчеркиваю, вынуждены выставлять цену в соответствии с теми экономическими реалиями, в которых находимся. В правительстве же отмечают, что пока это преждевременная тревога и предпосылок для роста цен нет. Однако в реальности они уже подскочили. На заправках Самары только за последние несколько дней рост от 20 копеек до 1 рубля. Сдерживать цены на относительно невысоком уровне имеют только те структуры, которые имеют собственные нефтебазы и автопарк. Например, литр 92-го в Самаре еще можно купить за 40 рублей 69 копеек. Но и они признаются, ситуация настолько непростая, что расценки все равно будут расти. Нефтебаза дает нам условия для хранения нашего собственного топлива. Соответственно, мы напрямую с завода-изготовителя по железнодорожным путям получаем топливо до нашей нефтебазы. Соответственно, мы имеем свой автопарк и минимизируем тем самым затраты на и хранение, и на транспортировку топлива. Ситуация очень, скажем так, сложная. И еще раз повторюсь, на бирже цена скачет то вниз, то вверх. И очень сложно прогнозировать такие вещи. Пока тенденции к росту. Смотрим на цены на бирже. Конечно, если цены будут также повышаться, то, скорее всего, прибегнем к повышению в дальнейшем. И правильно говорят, что ситуация непростая, потому что сейчас цена бензина, которую мы обязаны держать для нашего покупателя, и мы ничего не зарабатываем, работаем в убыток. Цена бензина 43 рубля составляет, закупаем по 42 рубля 70 копеек, 30 копеек – это минус, однозначно минус по эксплуатационным затратам. Мы рассчитываем, что ситуация изменится, но, конечно, там месяц, два месяца, более на там три месяца. Это максимальный срок, который возможно вытянуть еще каким-то образом действующее ценообразование по оптовым закупкам. Поэтому мы видим пока, что после принятых мер правительством по снижению стоимости цена бензина сейчас опустилась, но еще недостаточно, чтобы иметь возможность поставить такую же цену, как у федеральных компаний. Эксперты подчеркивают, в такой ситуации есть риск, что недобросовестные заправщики, продающие бензин на 4-5 рублей ниже его средней цены, могут продавать либо некачественное топливо, либо его просто не доливать. Сигнализировать о подобных вещах могут внешние атрибуты заправок. Стоит обратить внимание на саму оснащенность автозаправочной станции, на которой вы заправляетесь. Если нет сертификатов соответствия на топливо, нет паспортов качества на топливо, стоит обратить внимание на оснащенность резервуарного парка, на состояние топливно-раздаточных колонок. Все эти факторы, конечно, сигнализируют нам о том, что не стоит здесь заправляться и, скорее всего, качество топлива здесь не надлежащее. Напомним, соглашение правительства и нефтяных компаний заканчивается 1 июля. После этого срока цены дополнительно могут вырасти из-за взятого сейчас курса на увеличение акцизов на топливо. Будет зависеть ситуация и от курса рубля, а также мировых цен на нефть. Эксперты отмечают, что в первые месяцы после июля можно ожидать повышения стоимости до 5%.